Посмотрите-ка, кто к нам пожаловал.
что Кинарет пожаловал кому-то сапоги крестоносца. Могу представить, через что ему пришлось пройти, чтобы заполучить их. Береги себя. Чтобы это ни было, оно исчезло. Ничтожество! Ничтожество!
Да? Еще увидимся. Резонатор вновь поет свою сладкую песню. Обещание богатства и славы, ведущие к смерти и безумию. Очаровательно. Он может охранить нас от нежелательных визитеров. Победитель вернулся с триумфом. Итак, чувствуешь ли ты изменения, имея в виду теперь, когда испытаны новые ощущения? Ты знаешь ныне, на что это похоже. Постоянное желание новой дозы, ненависть и острая жажда в то же время, и ненависть к себе за все это. А, ладно, все позади. Чаша помогает, не так ли? Действительно помогает, а помощь мне сейчас как раз пригодится. Я просто возьму ее у тебя. В знак моей признательности объявляю, что отныне тебе даровано место при дворе Мании со всеми вытекающими правами и привилегиями. Каковых не имеется.